Вначале поползли слухи о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Якобы не просто так артистка в один момент перестала выходить в свет, давать интервью и работать. Все мероприятия, запланированные с ее участием, вдруг стали отменяться или брать замену. Кто-то умудрился разглядеть на последних фото Заворотнюк странную отметину на ее шее. Лишь спустя недели близкие актрисы признали, что она действительно серьезно болеет. В сети стала распространяться самая разная информация о состоянии Анастасии. Согласно одним данным, актриса была чуть ли не при смерти. Другие же утверждали, что звезда «Моей прекрасной няни» пошла на поправку и вскоре снимется в популярном ток-шоу. Однако пока не случилось ни того, ни другого. Толком вообще неизвестно, что происходит с Анастасией Заворотнюк. Ее старшая дочь Анна признавалась, что ситуация действительно непростая. Узнав о болезни матери, та вообще впала в такую депрессию, что ей пришлось начать посещать психолога. Можно только представить, что чувствует муж актрисы, известный фигурист Петр Чернышов. Говорят, спортсмен хватается за любую возможность заработать, ведь не секрет, что лечение артистки обходится семье в кругленькую сумму. К счастью, фигуристу подкинула работу Татьяна Навка. Она пригласила его участвовать в нескольких ее ледовых шоу. А теперь стало известно, что одну из этих постановок Навка и Чернышов покажут зимой в Дубае. Об этом сообщила сама Татьяна. Она опубликовала афишу предстоящего грандиозного шоу на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. «Наша потрясающая новость. Мы невероятно счастливы, что Навка шоу первые, кто привозит на Аравийский полуостров шоу на льду. 4 и 5 декабря выступаем с нашей волшебной сказкой «Спящая красавица». Легенда двух королевств. Такого еще не было за всю мировую историю», — объявила счастливая Татьяна Навка. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.